Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений патриарха Алексея II. Вопрос 2555. Ваше Святейшество, президент России Владимир Владимирович Путин в обращении к организаторам и участникам форума отметил, что демографический кризис представляет угрозу безопасности страны. Разделяете ли вы обеспокоенность главы государства по этому вопросу и каким еще проблемам может привести нынешняя демографическая ситуация? Отвечает патриарх Алексей II. На завершившемся недавно архиерейском соборе Русской Православной Церкви демографической проблеме было уделено особое место. Мы считаем, что демографический кризис в нашей стране действительно представляет большую опасность, потому что численность населения России стремительно уменьшается. Кроме того, нас беспокоит, что в России все чаще рождаются больные дети. В Международный день защиты детей я посетил Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Там я увидел только что родившихся младенцев, которым уже пришлось сделать операции на сердце. Когда я спросил генерального директора Бакулевского центра профессора Лева Бакерии, в чем причина такого множества сердечных недугов у грудных детей, он ответил мне, что таковы следствия грехов родителей. Это не метафора. Алкоголизм, наркомания, нравственная распущенность приводит к тому, что страдают новорожденные, которые не имеют никаких шансов выздороветь, если им не сделать операцию. Еще одна важная причина демографического кризиса. В России умирает очень много людей работоспособного возраста в результате аварий, как следствие алкоголизма и наркомании. Нам говорят, что убыль населения восполняет эмиграция. Но надо помнить, что не от хорошей жизни приезжают в Россию мигранты из республик Средней Азии и Казахстана. Никто здесь их не ждет с распростертыми объятиями. Нет жилья, сложно устроиться на работу. Необходимо обратить особое внимание на укрепление семьи. Следует положить конец существующей практике, когда в России ежегодно вследствие абортов лишаются жизни 2 миллиона неродившихся детей. Тот факт, что на встрече с президентом Российской Федерации участники архиерейского собора из уст главы государства услышали, что демографическую проблему следует решить совместными усилиями, вселяет надежду на то, что кризис будет наконец преодолен. Церковно-общественный форум «Духовно-нравственные основы демографического развития России» является попыткой обсудить вместе с представителями государственных властей, общественности и науки эту проблему, наметить пути ее решения. От этого зависит будущее России, ибо сейчас стоит вопрос, быть или не быть нашей стране. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Ни слова о рождении свыше людей, поэтому слова о беде ничего изменить не могут. Во-первых, ниоткуда не известно, что русская нация должна быть на земле. Непонятно, почему она должна быть в размере 100 миллионов, а не 100 тысяч или 100 человек. Слова ответа – это все звуки из неверующей души. Верующий так и должен ответить, что его больше занимает только вопрос обращения своей нации ко Христу. Послание святого апостола Павла к Римлянам, 9 глава, 2-3 стихи. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Конец цитаты библейской. Разве вселенский учитель Павел хотел того, чтобы израильтян было больше, или его волновали демографические нюансы? В ответах патриарха не находим ответа от Духа Святаго. Это все подтверждает мысль о болезни и смерти его души. Книга пророка Исаии, 8 глава, 20 стих. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света».